Да, я болею, я страдаю, я болею. Мне надо померить температуру, мне надо срочно. Типа, уже померяем температуру. И какая у меня температура? Масара. Большая у меня температура. Мне нужно срочно дать сиропа. И сделать укольчик, наверное, тоже мне нужно. Ням-ням-ням. Очень вкусный, я хочу еще сиропа. Я хочу еще сиропа. Намазать Намазать медом нужно. Ну, мажьте меня медом. Каски тебе красивые. И серые, и красивые. Красивые глазки, да. У меня красивые глазки. Спасибо тебе, Матильда. Спасибо. И нос тоже. Какой тебе водка красивый. И ротик, дайте мне в этот ротик меда. Дайте мне ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Дайте, спасибо, ням-ням-ням. Дайте мне еще что-нибудь, сиропа дайте сладкого. Хочу сиропа. У нас нет уже вот сироп просто. Налейте мне сиропа. Хочу сиропа. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Спасибо за сироп. Намажьте медом, дайте мне сиропа. Хочу сиропа. Мало мне сиропа, наверное. Матильда, ты мажешь медом ушки? А ушки надо посмотреть? Ушки мне надо посмотреть. Намазать медом нужно. Тебе красивый. И одно ушко, и другое. Спасибо, Миска. И нам и пойдем сиропом. Польем Мишку сиропом? Угу. Давайте померяем температуру Мишки. Меряем температуру. Так, ну что, ушки слушаем, да, у Мишки? Так. Ушко еще боять. Ручка еще обозреть. Ручка, давай ручку послушаем. И вторая. И ушко. Что? Все. А лечить медведя? У нас здесь такой уходик. Укольчик, укольчик, а где твой чемоданчик? Вот он. Вот он, ну, так ты возьми там укольчик, что ты там укольчик будешь делать. Ты Мише в попу будешь укольчик делать или в лапку? Там. Куда, в ушко? Да. А Мишка что, больной? Так давай его лечить, что ты его убрала, Матильда? Уже померяем температуру, уже померяем. А записать надо? Диагноз, Мишкин. Надо записать мой диагноз. Вот. Вот сюда нужно записать диагноз. Какой у меня диагноз? Что ты там, Матильда, пишешь? Мишка косолапый. По лесу идет. Шишки собирает. Песенку поет. Не бои. Бурясику. Мишка мой, любимый мой. Записала? Почитаю. Ой, спасибо. Записала, Мишка мой любимый. Теперь понятно. Теперь я знаю, что, Матильда, ты меня любишь и дашь мне и сиропа, и медом меня накормишь. Нельзя много огурчиков съесть. Ладно? Ладно. Не буду я много огурчиков есть. Теперь не буду, а то будет живот болеть. Я теперь точно знаю, что много огурчиков кушать нельзя. Шапатка, что здесь стояла? Вот пальчук. Привет. Привет, привет, собака. Ты больная? Да, ты больная собака тоже или нет? Нет, я тоже стояла. Ты здорова? И я здоров. Самый здоровый Мишка в мире я. А ты, собачка, ты тоже здоровая, Мишка, в мире самая? Ага! Кормилочек!
Носик, курносик, давай носики, курносики делать. Носики, курносики. Дай иди бегать. Тап, 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 тап. Давай. Ты такой сядешь и вот мягко посидишь. Ого, вот такой у нас номер. Собачка на голове у медведя. Ланцами убили их. Папа! Прыг-скок! Ты вот так здесь, Семёна. Хава! На батуте! Собачка на батуте? Да. Веки тискат. Но не на батуте! Ого! Собачка на батуте! Надо полечить? Да. Мама, послушай. Давай ее послушаем, давай. У нас вот такой прибор, стетоскоп. Мы будем слушать панду, да? Она больная. Она больная? Ну давай ее И хромая, и больная? Угу. Так ее нужно лечить срочно, если она хромая и больная. Хоть и об... Так доктора и болит. Который под деревом сидит. Покатите, летит, пада и водита. И цветок, и цветок, и медведя. И сверх светит, и стих, коти обалить. Правильно. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. И пришла к Айболиту лиса. Ой, меня укусила оса. И пришел к Айболиту барбос. Меня курица клюнула в нос. Побежался тихо. Ай, побежал по дорожке. И я из войнушки. И хомой, и больной. И хомой, солдат, войнанул. Ребята, подойди сюда. Она ножки безу, он опять подорожки, обидите подорожки. И привели к нему зайку. Такого банаха, мама, и эти ножки ходили обоить. А спасибо мне обоить. Все, прочитай. Прочитали. Все, прочитали. Прочитали. Классно, классно. Спасибо. Про Айболита прочитали и Мишку полечили. Не полечили. Не полечили? Это не Мишка не... Кала. Кала хочешь полечить? Вот так. Медом. Ты медом намазь. Намазала? Намазь. Ну, давай намажем медом. Давай. Что мы будем медом мазать Кале? Носик? Может быть, ротик давай медом намажем? Лапку? Давай намажем лапку. Мишка! Ушко болит, давай полечим ушко, на вот так и намажем. И второе ушко мы намажем тоже. Кольчик. Пади, мишки, пади. Кале, может быть. Послушала ты Мишку? Да, можно. Нет, а он, смотри, как умеет лапы делать. Он вот так вот умеет лапы. Хоп. И так. Хоп. И сложил лапки. Ням-ням-ням-ням-ням.